Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня вторник, 10 апреля. Мы вам желаем доброго весеннего утра. Светлана Знарева и Влад Портнов снова на ваших экранах, а значит, будем обсуждать важные темы с интересными гостями, делиться рецептами и полезными советами. Обещаем, сегодня вы узнаете много нового. Например, что сегодня во всем мире празднуется День братьев и сестер. То есть люди, у кого есть такие... Братья, сестры, я уверен, их много. Поздравляйте родственников. А еще оставайтесь с нами, впереди еще больше интересных новостей. Счастливый ребенок. Как выбрать кружок или спортивную секцию для вашего малыша? Для максимального комфорта глаз выбираем увлажняющие и корректирующие линзы. На скорую руку очередной рецепт вкусного блюда в вашу кулинарную книгу. Ну а программу начнем с сюжета, который будет интересен всем, у кого есть дети. Как выбрать спортивную секцию или творческий кружок, смотрите в нашем первом сюжете. Как только в семье появляется ребенок, родители почти сразу задумываются о его будущем увлечении. Сейчас далеко ходить не надо. Буквально в каждом районе Казани есть подростковые клубы. Преподаватели рассказывают, у детей и их родителей по-прежнему пользуются популярностью эстрадный вокал, хоровое пение, хореография, уроки по изобразительному искусству, спортивные занятия. Приобретают популярность кружки интеллектуальных игр, занятия по игре на гитаре и курсы иностранного языка. Все это не только развивает, но и является альтернативой компьютерным играм. Главное, чтобы с помощью хобби ребенка мамочки и папочки не воплощали свои несбывшиеся мечты. По своему опыту я убедилась в том, что гораздо лучше, если ребенок сам тянется к какому-то направлению. Но родители должны наблюдать дома очень хорошо. То ли ребенок любит танцевать, то ли он любит читать стихи, то ли любит петь, то ли гримасничать, как обезьянка. И вот по этому направлению желательно отдавать детей. Вот если раньше мы делали комплекс такой, знаете, когда вот, например, вокал, включалась еще хореография, актерское мастерство, включался ансамбль вокальный, на котором дети очень хорошо развивались. Если он увлекался хореографией, хорошо двигался, значит, вот и в этом направлении надо особенно направлять ребенка. Педагоги по актерскому мастерству, например, выделяли детей, которые хорошо вели концерты или хорошо читали стихи. И вот так же в любом деле. Психологи видят две стратегии в выборе досуга вашего чада. Первая – развивать то, что хорошо получается. Например, отдать в художественную школу ребенка, который здорово рисует. Вторая – развивать то, что совсем не развито. Отдать слабого физически ребенка в борьбу, малыша без музыкального слуха в музыкальную школу. Эта стратегия тоже может дать хорошие результаты. Вот таких примеров у нас масса. Бывает так, что ребенок приходит и гудит на одной ноте. Через год мы смотрим, он уже начинает петь, а через 2 года мы его уже выставляем в концерты, а через 3-4 он у нас уже лауреат каких-то конкурсов вокальных. Поэтому иногда бывает, в ребенке заложен слух от природы, но нет связи с голосом. То есть нет координации слуха и голоса. И когда правильно с ним заниматься, ему развить можно все. И поставить голос, и, в принципе, и развить певческие навыки. Поэтому таких примеров масса. Напоследок запомните, ваш малыш необщительный, с трудом находит общий язык со сверстниками, выбирайте командный спорт. Став футболистом, например, он сможет почувствовать себя частью команды. Даже если из него не получится достойная замена Роналду, он научится сотрудничать и дружить. Если же малыш неусидчив, будет правильным отдать его не только в спортивную секцию, где он сможет выплеснуть накопившуюся энергию, но и записать, например, в шахматы или в художественную школу, где его научат сосредотачиваться. И еще, независимо от вида кружка, у ребенка обязательно должно быть как минимум 2 часа личного времени, когда он может делать то, что захочет. Ну что ж, мы продолжим говорить на тему детских кружков, увлечений. И у нас в гостях Юлия Викторовна Дычик, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Юлия Викторовна, вы пришли к нам в студию в дни проведения как раз суперфинала. Я специально прочту, потому что название длинное. Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык-2018», проходящего под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Вот такой вот серьезный статус, скажем так. С чем и с кем вы приехали? Мы приехали с тремя коллективами и солистами. У меня выступала уже в первом туре, это было воскресенье, три коллектива. Это детский возраст 5-11 лет, ребята ансамбль «Фантазеры», средняя номинация возрастная 12-15, ансамбль «Не мальчишки», вокальный ансамбль «Не мальчишки», и старшая возрастная номинация 16-21 год, вокальный ансамбль «Новое поколение». 21 год, это ведь уже достаточно солидный возраст. Это уже мужчины. Это не мальчишки, мы в самом начале этого возраста, возрастного пути ребятам от 15 до 17 лет. Вот, поэтому, ну, так как мы уже перешли рубеж 12-15 лет, поэтому первый год в этом году приняли участие вот старшего возрастного номинации. То есть теоретически могут принимать участие и уже взрослые ребята? Вот, до 21 года. До 21 года. На вашей практике вы встречали когда-нибудь действительно 21-летнего юношу, который выступает на «Созвездии», да? Интересно посмотреть на это, как дети, да, на одной сцене соседствуют с взрослыми. Ну, у каждого вот свои есть прелести, скажем так, в каждом возрасте. Хорошо. Юлия Викторовна, скажите, пожалуйста, представим себе ситуацию. Мы приводим ребенка в детский кружок, да, танцев, песен и так далее. Что нужно пройти, какой нужно путь пройти, чтобы попасть на «Созвездие»? Вот какие критерии отбора, может быть, вот как выявляют лучших? Ну, это на самом деле достаточно длинный путь, потому что начинается он, я могу сказать, как в Казани это происходит. Сначала идут районные этапы проведения этого конкурса, и отбираются ребята в районах по городу Казани. Следующий этап – городской. То есть победители районных этапов выходят на городской этап. И уже победители городского конкурса получают возможность выступить и принять участие на республиканском конкурсе. А сколько вот ваши ребята, которые вот будут участвовать вот в суперфинале, сколько занимались? Как подготовка, да, сколько подготовка шла? Ну, если взять старший коллектив, это уже много лет, потому что они принимали участие сначала в младшей возрастной номинации, потом средней, потом старшей. То есть это, по сути, целый жизненный этап такой вместе с «Созвездием». Так, а успехи? В таком случае вот за столько лет? По-разному было. Были победы, были поражения. Да, вот достижения, скажем так. Я сейчас, наверное, не вспомню, потому что, в принципе, победы еще не было? Нет, почему? Победы вот были, я об этом просто спрашиваю. Их было много, они были разные. Конкретно по местам уже не вспомню. Ну вот с каким настроением вы сегодня идете? С радостным, замечательным, потому что это всегда праздник. Для ребят это возможность встретиться со своими друзьями из республики. Да, кстати, вот соперников вы своих уже знаете? Ну, в принципе, да. Какие-то вот города, я не знаю. Ну, это республика, да. Замечательные коллективы из города Кукмар, из Набережных Челнов, из Зеленодольска. То есть очень большая география у этого конкурса. И достойные представители, мне кажется, из каждого района приезжают достойные представители. И есть чему поучиться, есть что самим показать. Поэтому это всегда праздник, это всегда радость, это всегда желание творить. Ну и расскажите, пожалуйста, вот за многие годы, когда вы и ваши подопечные принимаете участие в «Созвездии», какие изменения происходят в самом фестивале? Может быть, вы что-то замечаете интересное среди выступающих, среди самих номеров? Да, уровень. Уровень, безусловно, растет, потому что, в принципе, республика наш Татарстан очень поющий, танцующий регион. Здесь занимается огромное количество талантливых детей, и это показывает то количество участников, которые приезжают на республиканский фестиваль. Это, да, кстати, примерное количество какое-то есть? Вот, если я не ошибаюсь, даже навскидку, скажем так. Я думаю, что это счет идет на тысячи, потому что это огромное движение, и с каждым годом все больше и больше участников хочет принять участие в этом замечательном фестивале. Ну и как преподаватель, как педагог, дайте, пожалуйста, буквально за несколько секунд советы, самые главные, как распознать в своем ребенке вокальные таланты. И не только вокальные. Ну и не только вокальные, может быть. В первую очередь, мне кажется, что самое главное – это желание ребенка. Не родителей, а именно ребенка. Петь, танцевать, заниматься каким-то видом творчества. Потому что если это делается вопреки желанию ребенка, то вряд ли мы получим какой-то результат. А вообще это огромный труд совместный педагога, родителя и детей. Ну, желаем удачи вам, да, остается в нелегком вам... труде. Да, и пожелать удачи сегодня. Конечно. Спасибо большое. Победа вам. Спасибо. Родители, я думаю, приняли эти идеи к своему сведению. Возможно, кто-то отправится у нас петь, танцевать. Да, ну а мы сейчас отправимся ненадолго. Ненадолго на рекламу, после чего обязательно продолжим. Оставайтесь на ТНВ. И снова здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас время обещаний звездных. Итак, Овны – отличный день для любых начинаний. Вы охотно оставите прошлое за спиной и смело посмотрите вперед. Сегодня вы можете открыть новую страницу и в любви. Тельцы, начав дело в одиночку, вы рискуете взвалить на себя двойную ношу. Не позволяйте давить на себя. Не поддавайтесь желанию ускорить ход событий. Не заключайте долговременных соглашений. Обстоятельства вскоре изменятся. Близнецы, обстоятельства сложатся не в вашу пользу, хотя все могло быть и иначе. Главное, чтобы вы не растеряли в погоне за деньгами то, что идет от души и чистого сердца. В любви вам поможет интуиция, которая откроет в избраннике положительные качества. Раки, сегодня не стройте планов на будущее, они могут оказаться ошибочными. Успешный рывок, который вы сегодня совершите, может отнять много сил. Сделав главное и необходимое, возьмите тайм-аут и постарайтесь расслабиться. Львов, ожидает удачи сразу в нескольких областях. Самое время дать жизнь новому проекту, в который вы вложили душу. В любви тоже все сложится наилучшим образом. Девам, не исключено, что день станет своеобразной точкой невозврата в ваших личных или деловых отношениях. Но это не лучший момент для судьбоносных решений. Старайтесь не действовать сгоряча и не делать опрометчивых шагов, иначе вскоре пожалеете о них. Ну а мы продолжаем. И сейчас в нашей программе постоянная рубрика о счастье и таких же счастливых людях. Героиня нашего сюжета всегда мечтала жить независимо и свободно. Ей было важно найти такое дело, которое приносило бы радость и удовольствие и позволяло оставаться мобильной. У нее это получилось. Мой папа тоже творческий человек. Он очень хорошо рисует, и причем это ему дано просто от Бога, от природы. Он может посмотреть на человека вот 5 минут и потом нарисует просто копию идеальную. Также мой дедушка тоже рисовал, он был художником. Вот. И, видимо, вот эта вот жилка мне передалась от них. В детстве я любила тоже рисовать. Я очень любила работать с одеждой. Я помню, когда мне мама покупала какую-то вещь, я ее обязательно переделывала. Потому что мне хотелось какую-то внести свою лепту, какое-то свое творчество. Ольга Аврах – дизайнер-фрилансер. Она оформляет сайты для разных компаний. Все, что ей нужно для работы – компьютер и интернет. Я стала работать сама на себя, я хозяйка. Я хозяйка, могу распоряжаться своим временем так, как я хочу, так, как мне удобно, так, как мне комфортно. И мне удобно так очень, мне так комфортно жить. И от этого, конечно, я становлюсь счастливой тоже, потому что мне не говорит кто-то, что я должна что-то сделать. Я сама решаю, я сама себя дисциплинирую, я работаю над собой. Опять же, это тоже работа. Ольга любит путешествовать. Недавно побывала в Таиланде и Германии. Там она познакомилась с удивительными людьми, с которыми продолжает общаться и вернувшись домой. Такое общение взаимообогащает, позволяет открыть новые возможности. Путешествие дает много нового опыта, открывает новые горизонты, помогает познавать этот интересный, безграничный мир. И опять же дает новые интересные знакомства. А совсем недавно наша героиня начала вести блог, в котором рассказывает о странах, их жителях, о путешествиях. Для нее это новый этап. Ольга учится брать интервью у людей, рассказывать о них. Это тоже приносит ей удовольствие. Счастливой меня делает любовь. Без любви никак. Это семья, это любимый человек, это родные люди, друзья. И любовь к самой жизни, любовь жить, жить счастливо, жить красиво. Жить так, как ты хочешь. Я думаю, что счастлив тот, кто живет в гармонии с собой, желаниями и устремлениями. Будьте счастливы. Ученые не устают нас удивлять. Исследователями из университета Макмастера из Канады опубликована статья о новой разработке. Прозрачная, гибкая и прочная тестовая полоска из полимерной пленки крепится к внутренней стороне упаковки с продуктами. Материал, из которого сделан пластырь, содержит белковые молекулы, которые реагируют на присутствие в продукте патогенов, таких как кишечная палочка и сальмонелла. Таким образом, он способен в режиме реального времени отслеживать микробные загрязнения продуктов. Да, нужное изобретение. Эксперименты показали, доказали, что такой биосенсор может работать 2 недели при самых разных условиях окружающей среды и эффективно выявлять присутствие в мясе и яблочном соке опасных бактерий даже в очень низких концентрациях. Ну вот теперь можно сказать: не верь глазам своим, а верь пленке, наклеенной на продукт. А вы знаете, что такое радость? Мы сейчас расскажем. Радость – это такое настроение, когда хочется кому-нибудь улыбаться или смеяться. Например, когда мне грустно, а меня кто-то поддерживает. Или говорит какие-нибудь слова. Или дарит доброту. Самому себе тоже можно устроить радость. Например, придумать клоуна в голове, а вместо носа у него морковка. Вот будет смешно. Радость – это когда мне дают конфеты, и Дед Мороз дает подарки. И еще мы с мамой сидим всегда до 12 часов вечера. Как друзья, я не ухожу спать. А самое лучшее – это когда летаю на море и там плаваю, и еще я катаюсь на водяных горках, как Супермен. Радость – это когда мама, папа делают что-то для ребенка. Например, игрушки покупают, возят в парк. Радость – это когда в садике играют с друзьями или кушают торт или леденец. А самая большая радость – это когда не я одна радуюсь, а моя семья, даже братишка. Радость приносит солнышко, а солнышко очень красиво. И еще радость приносит подарки, разукрашки. И когда день рождения, и тортики приносят, и еще друзья, например, Даня и Артем. Я люблю, когда радость, и хоть бы будет каждый день. Радость – это такое чувство, которое живет внутри. Радость бывает, когда кто-то кричит, хлопает, веселится. Я радуюсь, когда у меня много друзей. Но больше моя радость любимая – это Лёва, потому что он самый-самый-самый лучший друг. Ну а тем, кто присоединился к нам, доброе утро. В нашей студии очередной гость – это Павел Муякин, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Республики Татарстан, тренер сборной команды России по прыжкам в воду, главный тренер сборной команды Республики Татарстан по прыжкам в воду. Доброе утро, Павел Борисович. Доброе утро. Вот красной нитью у нас проходят дети, тема воспитания детей. Давайте поговорим в разрезе спорта. В каком возрасте нужно отводить ребенка в бассейн, если мы хотим, чтобы он стал, например, спортсменом в области прыжков в воду? Ну, чем раньше, тем лучше, конечно. Вот. Но у нас мы практикуем, есть у нас занятие, так называемый лягушатник. Там дети у нас с 3 лет, может, даже чуть моложе. Вот. Ну, а так, спортивно-оздоровительная группа, и что касается именно прыжков в воду, спортивно-оздоровительную группу мы принимаем, ну, средний это 4-4,5 года. Ну, хорошо, тогда крайний возраст, скажем так, максимальный. Ну, если лягушатник, ну, наверное, года 3, а там уже, где проводятся основные занятия, это в большой ванне, это 4-4,5. Большая ванна это называется? Ну, я так называю. Профессиональный спорт, да. Хорошо, тогда давайте поговорим, ну, о более, так скажем, профессиональных занятиях, да? Вот какими физическими данными должен обладать ребенок, чтобы вы уже увидели, да, вот действительно из него получится хороший прыгун. Да, хороший прыгун, профессиональный, скажем так. Ну, как правило, те дети, которые приходят к нам в спортивно-оздоровительную группу, мы всех берем. Это понятно. Да, а вот как дальше отбор идет? Что касается, у нас есть определенные тестовые упражнения на... чтобы посмотреть силу, там, скорость, какие-то координационные способности проверить. То есть это они небольшие, несложные, но если ребеночек, допустим, там немножко с лишним весом, то он эти упражнения не сделает. Но тем не менее мы никому не отказываем. Все. Но что касается уже дальше, именно чисто профессионального спорта, это уже детская спортивная школа у нас «Акватика». Там прием идет детей с 7 лет, но уже дети туда приходят подготовленные. Да, со спортивно-оздоровительной группой. Ну, вот я думаю, подготовка может быть и в том плане, что кто-то из детей, может быть, занимается гимнастикой, потому что прыжки в воду и гимнастика вот, похожи в чем-то. Не только гимнастика, это и акробатика, и прыжки на батуте. Да, вот приходят из других видов. Ну, допустим, мы это практикуем, конечно, вот, но когда-то это оправдано, когда-то нет. Да, теперь поговорим про профессионалов уже взрослых. С 4 по 6 мая в Казанском дворце водных видов спорта состоится 4-й этап мировой серии «Фина» по прыжкам в воду. Из каких стран приедут спортсмены? Канада, Япония, Китай, Россия. Ну, возможно, Франция, потому что эти соревнования, они такие именные, они состав спортсменов, участвующих в этих соревнованиях, определяется по итогам прошлогодних выступлений на чемпионате мира, на Олимпийских играх. То есть такая лига лучших, лига чемпионов своего рода. Да, вот кого в качестве соперников можете выделить? Вот с кем придется так? Там все соперники. Нос в нос, как говорится, ноздря в ноздрю. Вот элита же, элита. Там все соперники. Конечно, китайские спортсмены отличаются особым, так сказать, статусом в прыжках в воду. Но, тем не менее, они проигрывают тоже. Казанский этап, он будет первым, последним? Он предпоследний. Я извиняюсь, да, сначала Канада, у нас последний, да. То есть мы в Казани, получается, мы узнаем лучших из лучших? Ну, вы знаете, это соревнования, они, каждый этап определяет своего победителя. По итогам, да, уже вот по итогам не на последнем это все делается, это делается в конце года, и определенный рейтинг там они делают у себя в «Фина». 4, 5, 6 мая, 3 дня целых. А что будет происходить в эти 3 дня? Какая программа соревнований? Программа соревнований включает в себя прыжки с трамплина 3-метрового мужчин и женщин. Включаются также с этих снарядов синхронные прыжки между мужчинами и женщинами. Это прыжки с 10-метровой вышки, мужчины и женщины, плюс синхронные прыжки. И с позапрошлого года у нас есть такие соревнования, как микст. Это смешанные пары, которые прыгают и с 10 метров, и с вышки, и с трамплина 3-метрового. В общем, будет на что посмотреть. Да, конечно. Ну что, спасибо большое. Желаем удачи нашим спортсменам прежде всего. И желаем удачи зрителям, потому что самое главное, это ведь отличное шоу. Надеемся, что оно состоится. Ну а что будет интересного сегодня на нашем канале, что можно наблюдать на ТНВ, узнаем попозже. Пока реклама, мы продолжим. До рекламы мы обещали, что расскажем, что интересного сегодня будет на ТНВ. Обещания мы привыкли сдерживать. Конечно. Поэтому смотрите и выбирайте. А врач Растопчина на хорошем счету? Как врач дельная, но заносчивая. Учить любит. Она же у нас, извините, ну, верующая. Зою отстраняют от операции и переводят в рентген-кабинет. Гуля уходит жить к влюбленному в нее пожилому начальнику столовой. Мусю на химзаводе находит Хипки и забирает с собой. «Я вернусь». Смотрите сегодня в 12:00. Поэт, публицист, критик, журналист. Ему выпала сложная, но богатая на события судьба. Мойдодыр, Тараканище, Бармалей. Эти истории известны каждому ребенку. Как и их автор Корней Чуковский. «Рыцари вечности» сегодня в 13:15. Ли, твой приехал. Нет, ну где же мой зеленый шарфик? А, Настя, ты не видела, где мой зеленый шарфик? А, Настя? Слушай, на, забери, нужен он мне. Все, пока. Лидочка, счастливый тебе путь. Настоящее бабье царство в маленькой московской квартире. Все они хотят любить и ждут счастья, а пока в их жизни есть лишь бывшие мужья и отношения без будущего. Но все меняется, когда младшая дочь объявляет, что ждет ребенка. Ребро Адама. Смотрите сегодня в 21:00. Продолжаем нашу программу. Свет, у меня к тебе вопрос. Тебя когда-нибудь топили соседи? Меня нет. Им повезло. Счастливый человек. А вот кому-то не везет. И ситуация неприятная, непонятная. Но соседи ведь не специально. Должны ли они отвечать? А вот давайте посоветуемся с юристом. Здравствуйте, Руслан Эмильевич. Здравствуйте. Итак, очередная бытовая проблема, у которой наверняка есть юридическое решение. Нас затопили соседи. Куда обращаться и что делать? Итак, для начала вам необходимо узнать причину и устранить ее. Далее, вам необходимо обратиться в управляющую организацию, сообщить о затопе. Далее, необходимо попросить управляющую компанию составить акт о затоплении квартиры. Данный акт является очень важным документом, так как в нем фиксируется факт затопления квартиры, фиксируется повреждение, также в нем указывается виновник, если его возможно установить на месте. Далее, вам необходимо определить стоимость ущерба. Для этого вам необходимо обратиться к специалисту для уточнения определения вреда вашему имуществу. После получения заключения независимого эксперта вы должны обратиться с претензией к виновнику. В случае, если данная претензия игнорируется, вам необходимо обратиться в суд. Как часто удается добиться возмещения ущерба? В данном деле очень важным является акт о заливе квартиры. В случае, если данный акт составлен правильно, и он составлен в принципе, то из 10 9 дел являются выигрышными. Ну что ж, спасибо. Желаем всем дома обходиться без чрезвычайных происшествий и не доводить до судебных разбирательств. Влад, у тебя есть лишних 2 миллиона рублей? Конечно. Конечно нет. Вот, значит, это про тебя. Если у тебя есть все-таки лишних 2 миллиона рублей, допустим, ты можешь купить самые дорогие духи среди всех парфюмов мира. Ну и подарить, например, их мне. Ну, хорошо, почему бы и нет. Вот выяснили, что композиция у них довольно простая. Лилия, пион и роза. А вот бутылочка из хрусталя с позолотой. Можешь мне бутылочку просто отдать, а пион и роза оставить себе? Ну нет, нет, тогда забирай все. Забирай полный набор по цене квартиры в каком-нибудь российском городе. Здравствуйте! Правда ведь бывают такие ситуации, когда мы не можем решить самую простую проблему в быту. Я, Олег Кондрашов, подскажу пару-тройку идей, как облегчить вашу жизнь. И сегодня я вам расскажу, что интересного можно сделать с помощью обычных самоклеящихся крючков. Наверняка такая ситуация случалась с каждым. Вы выбрасываете мусор, а мусорный пакет куда-то сбежал. Есть идея. А вот вам еще один совет, как легко и просто сделать не только уютным какой-нибудь уголок в вашем доме, но и полезным. Вот так легко, красиво, а самое главное полезно, можно украсить, например, уголок ванной комнаты. Надеюсь, мои советы будут полезны, и вам не придется просить помощи у других. Правда, рыбка? Вот хорошо, еще полезно. Недорогие, да, и полезные советы. Но у нас еще есть советы, теперь уже про еду. Чтобы эффективнее сбросить вес с помощью диеты, нужно устраивать себе разгрузочные дни, в которые разрешается есть все, что душе угодно. К такому выводу пришла группа ученых из Нидерландов и Португалии. Такие паузы в диете приносят значительно меньше психологического ущерба, чем случайные срывы, и помогают выдержать ограничения в питании в остальное время, считают исследователи. Они выяснили, что мотивация продолжать диету и настроение в целом резко снижается всякий раз, как человек съедает что-то запрещенное. В то же время у людей, допускающих разгрузочный день, этот негативный эффект полностью отсутствует. Так что наш следующий рецепт как раз для тех, кто поставил диету на запланированную паузу. Для приготовления спагетти с соусом болоньез возьмите по 100 граммов лука и моркови, 50 граммов сельдерея, 400 граммов фарша из говядины, 200 граммов из свинины, 150 граммов томатной пасты, спагетти. Спассируйте лук и морковь на подсолнечном масле 5 минут. Добавьте нарубленный сельдерей, фарш и продолжайте жарить. Когда мясо почти приготовится, добавьте воду и томатную пасту. Когда жидкость испарится, положите соль и перец. Накройте крышкой и готовьте 40 минут. При необходимости воду можно добавить. Также можно влить сливки. Отварите макароны до готовности. Перемешайте их соусом и подавайте на стол. Приятного аппетита! Ну так вот, всю жизнь ешь макароны по-флотски, оказывается, что это было спагетти болоньезе. Ну а сейчас время традиционной афиши событий. Камила Хакимулина уже готова представить вам свой авторский обзор. Всем привет! Сегодня 10 апреля и с вами, как всегда, Камила Хакимулина. Мы собрали для вас на этот вечер отличные мероприятия. Подробнее о них узнаете через пару секунд. Айгуль Бариева выступит сегодня в Казани. Российская эстрадная певица и исполнительница татарских народных песен, заслуженная артистка Республики Татарстан, исполнит песни на татарском и на русском языках. Не пропустите! Бесплатный мастер-класс по фотографии от Олега Самойлова. Хотите научиться делать хорошие фотографии? Тогда приходите на бесплатный пробный урок сегодня. Надеюсь, вы уже определились с планами на сегодня. Если еще нет, подскажу вам две замечательные выставки. Выбирайте! Выставка этно-авангардиста Мадияра Хазиева «Возвращение к истокам». Основной тематикой произведений художника является жизнь деревни с ее неспешным бытом и глубокими традициями. Он воссоздает то душевное состояние, которое когда-то пережил в детстве, передает основополагающие ценности татарского народа. Выставка Фариды Хасьяновой «Живопись. Графика». На выставке представлены иллюстрации к татарским народным сказкам, создание которых потребовало от художницы большой исследовательской работы, кропотливого изучения татарского быта, национального костюма. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока! Ну а сейчас продолжение астропрогноза. Весы смогут не только наладить отношения с конкурентами, но и найти новых партнеров в бизнесе. Откуда-то свыше придет подсказка, как правильно вести себя в личной жизни. Скорпионам пора изменить что-то в повседневной привычной деятельности. Для явного успеха будет недостаточно простой исполнительности. Чтобы показать себя, придется выложиться целиком и полностью. Стрелец – это прекрасный момент для новых инициатив. День подходит для активных дел и по дому, и на работе. Любовное свидание, особенно первое, станет незабываемым. Ну, первое, оно всегда незабываемое. У кого как. Козерог, атмосфера этих суток позитивна. Чтобы вы не думали о происходящих событиях, не сомневайтесь, они могут стать отличным заделом на будущее. Слабой стороной козерогов сегодня становится неуравновешенность. Так что держите себя в руках. Да. Водолей сегодня ожидает день напряженный. Выполняйте Слушайте программу «Максимум во всем», за что не возьметесь. Удачно сложатся поездки, а также переговоры и заключение договоров. Гороскоп советует рыбам пересмотреть ценности, чтобы не натворить ошибок в личной жизни. Если чувствуете, что силы и мудрости не хватает, то лучше откажитесь от своих замыслов. Это все, что мы вам успели рассказать сегодня. Прямо сейчас мы выйдем на связь с нашим коллегой Даниором Кинджаевым. Он расскажет нам про погоду, да, и не только. Надеемся, новости будут приятными. Даниор, да, привет, рассказывай, что да как. Привет, привет, ребята, всем здравствуйте, доброе утро. Я, как обычно, с самого раннего утра выбираюсь в красивые места города Казани, чтобы рассказать вам о погоде здесь и сейчас. Но для начала я хочу рассказать вам о первых весенних цветах, которые появляются на первых проталинах. В общем, этот цветок со странным названием «Мать и мачеха». Я хочу рассказать о происхождении этого названия. В общем, по легенде, жила женщина, у которой умерла любимая дочь, и всю свою ласку, тепло она подарила могиле умершей дочери. Но ни капли ни любви, ни ласки не досталось другой девушке, падчерице этой женщины. Так на чувствах матери и мачехи появился этот цветок. Ну а теперь о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит плюс 9 градусов. Вечером чуть-чуть прохладнее, плюс 8. Но прекрасная погода, будет светить солнышко, переменная облачность. У меня на этом все, друзья. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких. Пока-пока. Спасибо за хорошие новости, Даниил. Ну что ж, друзья, на этом все. Каждый будний день в 8:10 на ТНВ. Утренняя программа «Здравствуйте». Мы радуем вас полезными советами. Ну а сегодня с вами были Светлана Знарева. Да, и завтра в том же составе увидимся в 8:10 на ТНВ. Хорошего дня.